Краснодарский край, Новопокровский район, станица Ильинская. Нету никакого топлива, кроме газа. Вот сегодня 10 сентября. А тут, в этой станице, около 260 фермерских хозяйств малых. Средний размер хозяйства 60 гектар. Посмотреть это видео нам посоветовали алтайские аграрии. Они всерьез опасаются, что дизельный кризис и, в принципе, ценовой беспредел, который наблюдается на топливном рынке страны в последние недели, могут затянуться и сорвать уборочную не только на юге страны, но и в Сибири. Если до нас это доберется в 100 рублей, это будет не прилично, а катастрофично. А как вы думаете, подоберется до нас? Да, я считаю, доберется. Алексей Бутырский, фермер из Первомайского района, о проблеме с ценой на топливо и его дефицитом узнал от аграриев из других регионов и предусмотрительно закупил солярку впрок. Но примерно треть алтайских хозяйств, признают в Союзе фермеров края, испытывают сложности. По сведениям Минсельхоза, процентов 30 только всего убрано. У кого-то есть запасы, у кого-то, в принципе, работает с колес. Проблемы есть каких-то вот задержек из-за отсутствия ГСМ. Пока еще нет, но опасения есть. На сегодняшний день ситуация складывается очень серьезная. Именно по отсутствию ГСМа. По словам Александра Вайса, на темпы сбора урожая в крае пока больше влияет погода. Но совершенно не радует рост цен на АЗС региона. Так, в Барнауле литр солярки сегодня стоит от 61 до 65,5 рублей. Это в среднем на 5-7 рублей больше, чем две недели назад. И это при том, что розничная цена ниже оптовой. Антимонопольный комитет должен заняться, почему у нас вдруг в стране, производящей столько нефтепродуктов, закончился собственные энергетические ресурсы в разгар уборочной кампании по всей стране. Об острой общефедеральной проблеме накануне говорили во время Восточного экономического форума. Президент отметил, в ситуации с ценами на топливо своевременно должен реагировать кабинет министров. Но производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время. А Федеральная антимонопольная служба на своем сайте разместила информацию о том, что контрольно-надзорные действия проведут территориальные органы службы. Территориальные органы проверяют экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителя. Соответствующее поручение получило и алтайское подразделение, подтвердили сегодня в ведомстве. От собственных источников известно также, что Минсельхоз запросил информацию по необходимым объемам ГСМ для завершения уборочной у хозяйств и местных администраций. И после того, как будут сформированы объемы, пройдут поставки ГСМ, топливом аграриев начнут обеспечивать по разнарядке. Сельхозпроизводители говорят, готовы принять и такое решение, лишь бы вовремя собрать урожай и не допустить катастрофы, как в аграрной отрасли, так и с ценами на продовольствие. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.